Европейский суд в Косове приговорил 5 местных медиков к тюремным срокам до 8 лет за торговлю человеческими органами. Речь идет о событиях конца 90-х. Все осужденные врачи работали в клинике «Медикус» и сотрудничали с албанскими боевиками из так называемой «освободительной армии Косово». Органы поначалу изымали у пленных сербов и продавали их за границу. Потом бизнес разросся, доноров начали искать не только на Балканах, но и, например, в Молдавии, Турции и Казахстане. За одну почку им платили по 15 тысяч евро, а за операцию по ее пересадке брали уже по 70 тысяч. Работала клиника без лицензии и была закрыта в 2008 году. Тогда же и стартовал судебный процесс по делу косовских врачей.